привет! С вами Ольга Чернова, Сибирь, Алтайский край. У нас снова идет снег. Какая-то то ли снежинки, то ли крупки. У нас нынче лето, наверное, не будет. Ничего садить нам погода не позволяет. Странное такое зрелище. Снег падает на молодую рассаду томатиков, которую мы пытались начать высаживать под пленочку. Все. Сейчас будем опять все прекращать. Который раз на этой неделе выходим, начинаем что-то делать. Или начинает идти дождь проливной, или начинает идти снег. Сегодня снег, очередь снега. Сегодня ночью обещали 1 градус или 0. Не знаю, когда придет к нам весна. Люди пишут, что во многих регионах такая погода. Но мне кажется, хуже, чем у нас. Нынче погоды нет ни у кого нигде. Вот так. 17 мая, снег идет. Вперемешку с дождем. До свидания.